Криптовалюты помогут сэкономить в отпуске. Все большее число граждан по всему миру перестают доверять своим национальным валютам. Как сообщает Fox News, исследование турагентства из Нидерландов Travelbird показало, что люди все больше используют криптовалюты вместо своих национальных валют во время путешествий. Такие страны, как Венесуэла и Индия, переходят на криптовалюты, чтобы избежать инфляции. Панос Мурдукутус, профессор экономики и автор издания Forbes, отметил, что биткоин оставил далеко позади акции, облигации и золото еще в 2016 году. Он считает, что биткоин и другие криптовалюты помогут победить инфляцию.